скамейку тренеров ЦСКА, где располагаются Слуцкий, Анопко и Овчинников. Они вообще никак особо эмоционально не отреагировали на этот момент. Хорошая была атака с ударом Ионова. И угловой последний в этом матче Натхо подает. Еременко. Удар. И 1-0 ЦСКА. 1-0 ЦСКА. Видите, я говорил, что для Урала хорошо начинает сезон, но все-таки не дотерпели. Но ЦСКА в своем фирменном стиле, как всегда, при не самой хорошей содержательной игре в концовке на опыте доживает. Ну, это класс. Да, кто-то скажет, повезло. Да, повезло, но почему-то чаще везет именно ЦСКА вот на этих последних минутах. Угловой мяч там за... где-то запрыгал в штрафной, в сутолке на, игроков, в скоплении игроков ЦСКА и Урала. Давайте смотреть Натхо. Во-первых, хорошая подача. Здесь Еременко протыкает мяч туда. Миланов, как же здорово здесь Миланов развернулся и пробил убойно для Николая Заболотного. И, по-моему, Заболотный просто не успел среагировать. Мяч между ног ему прошел. Да, между ног голкиперу. Я думаю, что Урал успеет разыграть мяч в центре поля, но тут же прозвучит финальный свисток. Вот так вот ЦСКА в своем третьем матче снова не пропустил. Уж извините, что я забежал вперед, да, там приписываю Уралу ничью и армейцам также. Но да, надо до финального ЦСКА играть. Повезло, конечно, повезло ЦСКА.